Всем привет, с вами Арин и свежий выпуск новостей от крупного игрового портала Game Awards. Сегодня в выпуске. ПК-версия Batman Arkham Knight была снята с продажи. События нового DLC для Dragon Age Inquisition будут происходить после финала. Новые бруталити в последнем обновлении к Mortal Kombat 10. Batman Arkham Knight была снята с продажи. Не стоит удивляться тому, что компания Warner Bros. Interactive Entertainment сняла с продажи ПК-версию игры Batman Arkham Knight. На начало релиза, да и сейчас, игра содержит многочисленные проблемы. Кроме того, что разработчики игры решили публично извиниться перед игроками, они еще и предложили всем желающим вернуть деньги за сырой продукт. Разработчики сообщили, что они могут воспользоваться возможностью по возврату денег в течение 14 дней, а вернуть деньги можно будет через Steam. Кроме этого, нам стало известно, что другие распространители также вернут деньги за игру. Компания Warner Bros. Interactive Entertainment обещает перевыпустить игру на ПК, чтобы финальная битва Бэтмена стала именно такой, какой она должна быть. Напоминаем, что недавно игра пропала с главной страницы Steam после того, как собрала тысячи негативных отзывов. Игра имеет уже более 8600 обзоров, большинство из которых являются негативными. Игроки в своих рецензиях описали многочисленные проблемы, которые делают прохождение игры просто невозможным. Кроме этого, пиратской версии игры нет, так что некоторые игроки остались вовсе без возможности опробовать этот продукт. События нового DLC для Dragon Age Inquisition будут происходить после финала. Слух о том, что новая DLC для Dragon Age Inquisition будет разворачиваться после прохождения финальной сцены. Дополнение предоставит игрокам возможность определить будущее Инквизиции. Для этого главному герою предстоит сразиться с врагом, действия которого и привели к началу игры. Но отмечаем вновь, что события игры будут разворачиваться лишь после концовки, поэтому, возможно, мы узнаем что-то о Солосе. Как известно, на данный момент игрокам предстоит сразиться с армией Кунари, изучить новые территории мира Тедеса, опробовать новый предоставленный игровой режим и даже немного больше узнать о Тенни. Новые бруталити в последнем обновлении к Mortal Kombat 10. Совершенно недавно кровавый файтинг Mortal Kombat 10 получил небольшое, но весьма приятное обновление. Кроме того, что были вполне обычные исправления, баланса и фиксы, в игре появились еще и новые бруталити к некоторым уровням. Первая бруталити появилась на уровне под названием «Крепость Куан Чи». Стоит отметить, что все бруталити весьма простые. В общем, в первом бруталити вы можете взять невероятно большой молот и раздавить при помощи него своего противника. А на уровне под названием «Джунгли Кватана» вы можете разбить голову своего противника об стенку рядом. И наконец-то третья бруталити отправит вашего противника искупаться, но предварительно ему придется оторвать голову. На этом мы завершаем наш выпуск. С вами была Арин. Если вам понравилось, ставьте класс, пишите отзывы и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч в новых выпусках. Пока!